А глобально я считаю то, что независимо от фигуры, абсолютно, человек может быть толстым, худым, да, у него может быть какие-то, знаете, не идеальная фигура, но всегда можно обыграть это с помощью одежды. Почему нет? Ей нравятся лосины? Пожалуйста. Если девушка очень полная, она делала лосины, то она может это скрыть сверху, да, поверх каким-то интересным, более удлиненный, допустим, пиджак, либо какой-то тренч. Да, но опять же, это все очень индивидуально. Важно, чтобы была пропорция, знаете, когда есть грудь, талия и бедра. В этом случае, независимо, да, от вашего веса, вы всегда будете выглядеть идеально.